Радий представити нашу ранкову гостю, засновницю премії «Відкриття року» Олександру Вимішевську. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що з нами. Отож, сьогодні говоримо про премію, яку, мабуть, багато хто із сфери культури, особливо з молоді, чекали все ж таки. Коли їх побачать, їх почують, вони, звичайно ж, все ж таки нагородять якимось титулом, якимось званням. Ну, «Відкриття року» для початку, для старту – це теж круто. Тим паче, що багато хто із артистів саме в різних преміях, номінаціях всеукраїнських, там, світових, розпочинають саме із цієї номінації, потім уже шокують усіх своєю творчістю. Як взагалі у Миколаєві з'явилася подібна ініціатива? Тому що, ну, здавалося б, скільки років вже незалежності, скільки років є молодь, але якось ніхто не звертав на це увагу. Да, действительно, к сожалению, не было такой подобной премии. И культурная инициатива «Современник», интернет-издание «Современник» первыми решили вот синициировать это мероприятие и создать эту премию. В городе есть очень много различных событий, где награждают молодых людей в различных сферах. Это политика, молодежная политика, общественная деятельность. Но нет такой премии, такого события, которое отметит важных личностей в сфере культуры, молодых людей, которые еще нуждаются в поддержке. Мы решили сделать это первыми и собрали общественные организации. Наш проект поддержали 10 общественных организаций. Это фонд поддержки города Николаева, это также Лига юристов, это Студреспублика, самые известные николаевские молодежные организации, которые реализовывают свои проекты на протяжении многих лет. Мы решили, что самыми кульминационными, да, будут номинации в 5 сферах. Это художественное искусство, музыка, блог, видеоблог, достаточно новая, да, такая номинация, и спортблог. В художественном искусстве мы немножко расширили рамки, потому что очень много таких, знаешь, кросс-культурных моментов, когда художник может быть и фотохудожник, он может красиво изображать посредством фотографии какое-то свое искусство. То есть видение. Еще здесь разветвление пойдет еще на да, да, да. Есть немножко разветвлений, действительно. И также мы не ограничивали участников в каких-то, например, жанрах или техниках. Это может быть как графика, так и комикс, скетч. Но сейчас вот уже идет голосование. Мы его стартовали голосование 18 декабря вчера. И оно будет проходить до 24 декабря. То есть так символичненько, под день Святого Николая, да, чтобы каждый поверил в чудо. А если говорим об этих всех номинантах, как их искали, это подавали какие-то организации, как, например, да, на премию городского головы, это обязательно должен либо университет подать, либо какая-то общественная организация. Здесь каким образом отбирали, по какому критерию, возрастные ли были критерии, нужно ли подавать свои работы какие-то, ну и, соответственно, кто отбирал, кто достоин, кто нет. Смотри, мы действительно не могли это сделать без поддержки городского совета и облгосадминистрации, мы обратились к ним, спасибо большое, что они нас поддержали, также нас поддержали управление молодежной политики городского совета и точно так же облгосадминистрации, управление культуры. Все они помогали нам организовать правильно этот процесс. Все участники заполнили Google форму, где они отметили свои контакты и ссылки на свое творчество на любом ресурсе или площадке. Эти все данные были обработаны и переданы в уникальную платформу на Telegram-боте, где сейчас проходит голосование. То есть все ссылки были сжаты, отобранные в этот Telegram-бот, вложены туда, и сейчас любой желающий, который является пользователем Telegram, может зайти и проголосовать за каждую номинацию. Это проходит единоразово, то есть голоса не повторяются. Также это такая, вот знаешь... Накрутить не смогут, да? Да, интересная новинка, потому что многие интернет-издания пробуют себя в Телеграме. Это действительно сейчас стала очень интересная площадка для продвижения новостей, но мы пошли дальше и сделали это более модернизированно и роботизированно, да? Знаешь, когда ты можешь взаимодействовать не только вот непосредственно с новостником, а когда уже тебе готовый робот уже выкладывает тебе всех участников, все новости об этой премии, ты можешь ознакомиться это уже в более таком, знаешь, быстром режиме. То есть заходишь, такая сразу платформа, все об открытии года. Да, все об открытии года, действительно. Смотри, еще такой момент. Участники все будут представлены, которые в 5 номинациях, они предоставили или видеоресурс, или музыкальный ресурс, то есть, например, своя песня авторская, фотографии своих художественных изделий, это картины, фотографии, все это сжимается в ссылки и передается в саму голосовалку, так сказать.
Вот. Еще такой момент был достаточно интересный. Мы думали, как правильно организовать процесс. Нужно ли жюри? Или это будет такая, вот, знаешь, самая такая народная премия? И решили все-таки остановиться на втором варианте, потому что мы хотим не только открыть действительно эти молодые таланты, но мы хотим, чтобы люди сами их выбрали, чтобы люди сами сказали, что им интересно, на что им интересно смотреть, что им интересно слушать и что им интересно увидеть. Дальше все участники, которые станут победителями, получат признание, соответственно, своего таланта, они станут действительно открытием года. Также они получат денежные премии от спонсоров этого мероприятия и также получат продвижение. Мы, «Современник», становится культурной инициативой, которая будет продвигать всех победителей этой премии. То есть вы так плавненько с интернет-издания в продюсеры? Смотри, когда я пришла работать на «Современник», это был июнь 2017 года, вот буквально полгода назад. «Современнику» тогда было несколько месяцев, и интернет-издание не знало, куда, в какую сферу ему двигаться, да? То есть мы сначала позиционировали себя в той редакции, да? «Современник» писал об официальных каких-то мероприятиях, управлении молодежи, управлении культуры, но мы увидели, что общественные организации, молодежные организации делают очень классные проекты, и, к сожалению, они остаются без освещения в медиа. Мы решили сделать акцент на этом моменте и стали сотрудничать с молодежными организациями города. Увидели, что множество крутых инициатив действительно нуждаются в поддержке. И, знаешь, получилась такая вот идея. Мы думаем, надо сделать какой-то крутой проект, надо выходить за рамки обычного интернет-издания, которое просто делает новости. Мы сделали первую эротическую выставку в городе Славы Поседая, известного, уже скандально известного фотохудожника, где она показала не, знаешь, такую голую эротику, она показала женщину, которая является основой жизни. Мы нашумели тогда. Мы старались просто привлечь этот культурный момент и сделать его, знаешь, вот таким более открытым и доступным для николаевцев, потому что это новое, и, возможно, было, это вызвало какое-то отчуждение. Но, слава богу, инициатива была поддержана. Народ принял. Да, народ принял, и мы этому очень рады. Вот как раз, если возвращаемся к открытию года, к этой премии, все-таки отошли от стандартов того, что все-таки есть какой-то жюри, это известные николаевцы, которые и так в других премиях участвуют и выбирают все-таки тех или иных, которых нужно номинировать. А здесь чисто народ будет голосовать, выбирать, но все-таки, я так понимаю, что премии, а именно денежные премии, будут как небольшая мотивация, как подпитка к следующему росту творческому. Да, действительно, денежные премии будут. Это премии небольшие, которые участники, победители смогут использовать на, знаешь, какие-то вспомогательные моменты своего таланта. Кто-то купит новые кисти, краски, кто-то объектив для фотоаппарата, кто-то, не знаю, там какую-то музыкальную установку или что-то подобное. Угу. Помимо этого, партнеры премии в каждой номинации есть и будут также дополнительные призы. Например, победитель в номинации «Музыкальное искусство» получит возможность записать свою песню на студии «Джата Студио». Это новая николаевская студия, которая поддерживает нашу премию. Точно так же премию, которая будет в художественном искусстве, будет вручать Слава Поседай. И также победитель сможет простажироваться в Союзе художников, получить уникальный опыт, и в дальнейшем «Современник» будет продвигать каждого из победителей премии. Ось так, друзі, тому беремо участь, встановлюємо зараз свій телеграм, все, що треба для цього зробити. Ну і, звичайно ж, голосуємо за того учасника, який сподобається вам щонайбільше. Пам'ятайте про те, що у вас лише один голос, я так розумію, взагалі, не тільки в кожній номінації. Так, да, взагалі один голос. Тому він дуже цінний, прямо як президентські вибори. Вибирайте тільки одного найкращого, найдостойнішого. Ну і, звичайно ж, хто стане переможцем, дізнаємося вже 25 грудня, де буде відбуватися номінація нагородження, ну і, звичайно ж, хто туди може потрапити. Церемония награждения будет проходить в Русском драматическом театре 25 декабря в 17:00. В этой премии могут поучаствовать, прийти все желающие, пригласительные можно взять в кассе театра, поэтому мы ждем всех николаевцев, которые в выходной день, в понедельник, могут приобщиться к этой культурной инициативе, посмотреть на молодые таланты, увидеть уникальные номера от танцевальной студии «Атом», танцевальной студии «Слайс», от вокальной студии «Альтрего» и также цирковой студии «Ольжича». Мы ждем всех, приглашаем.
приглашаем. Это будет уникальное зрелище, действительно, первая региональная премия «Открытие года», которая покажет Николаеву самое новое талант. Ось так, друзі, тому беріть участь, долучайтеся, і 25 грудня чекаємо всіх. Це буде нашим місцем здибанки для усіх. Дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Спасибо.